Ну что, толстый, здесь и заночуем. О, смотри-ка, знакомая телега. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Значит, догнали все-таки казачков наших. Казаченьки вы мои дорогие. Папа. Тише едешь, дальше будешь. Молодец. За мной. Теперь они далеко не уедут. Нет, батя все-таки, я женщина, очень даже симпатичный. Остап, ты что, даже не думай? Нет. Да это же батя, Остап. Здесь, Ваше Величество, конница генерала Абурбалака угрожает нашему правому флангу. Ну и на левом фланге явное преимущество турецкой артиллерии. И у нас нет никакой информации от нашего агента Фандорина. Ваше Величество, вы меня слышите? А? А, да, я вас слушаю, граф Суворов. Мне все понятно. У нас этот явный перевес и, как это называется, тактическое преимущество. Гляньте, сколько наших синеньких. У нас красненькие, Ваше Величество. Да? А, какая разница? Все время путаю. Так вот, зачем я вас позвала. Александр Васильевич, вы же у меня фельдмаршал. Так точно, Ваше Величество. А если вы фельдмаршал, значит, вам подчиняется вся армия? Так точно, Ваше Величество. А если вам подчиняется вся армия, значит, вам подчиняется и гусар Алексей Орлов? Так точно, Ваше Величество. А вы не могли бы приказать ему, чтобы он... Как-то неудобно приказывать такое. Может быть, вы сами ему прикажете? Вы же императрица. Увы, меня он не слушает. Ну так что, вы прикажете Орлову? Хорошо, прикажу. Звезду Александру Васильевичу. Что ж ты, Евген, транспорт, дорогу не подготовил? Да я-то подготовил. Только транспорт рассчитан на 4 человек. Ну? А в тебе 7, шо ну? Да не, батя тут ни при чем. Тут явно кто-то руку приложил. Интересно, кому ж это надо? Это батя кавалер твой сломал. Не хотел, чтоб ты от него уехала. Здоров, хозяин. Не-не-не. Хозяин занят. Она. Почитаю, второй день так стоит. В пятницу у тещи картошку копал, так его и скрючило. Беда. Да. Так, может, ты нам колесо починишь? О, не, мужики, я не поэт части. Я вона, художественная ковка, флюгера, ставни на окна, оградки на кладбище. Вам, кстати, не надо? Не, пока не надо. Слушай, а может, батя Сережки? Сейчас тебя скрючат. А пчелами пробовали? Ну так почитай, с этого и начали. А комарами толченными с молоком? Ой, и комарами, и козу вокруг водиль, но ничего не помогает. Вот беда. Да-да, да-да. Ладно, я попробую.
Кого попробуй? Чи чого попробуй? И что он там делает? Из какого села, говоришь, наш Остап? С Полтавщины. Семеновка, что ли? Вроде недалеко, а народ дикий живет. Ну и что? У нас в Мамаевой слободе бабка жила. Ну вот приводит к ней больного. Она что-то поговорит, бормочет себе, шепчет. А потом раз глядишь, и выздоровел человек. Слушай, так может ее к хозяину моему, а? Померла бабка весной. Простудилась. Так чего это? Она не могла на себя наговорить, что ли? Глухая была. Бывай. Вот то что. Ну, спасибо тебе, дорогой человек. Даже не знаю, как отблагодарить. Гляди-ка! Чудо! Да я... Да мы вам сейчас такую телегу сделаем! Царица позавидует! Чего стоишь? Загоняй! Ага. Загоняй! Ну, казачки, принимайте работу. А? Вот в общем, это да! Прямоток, АБС-ки всякие. Словом, тюнингунули по последней моде. Да, о! Стереосистемочка. Ух ты! Ничего себе! Ну что, хлопцы, на такой не стыдно и в Петербург поехать? Красота! Красиво! Еще пару минут и свет гаснет. Теперь нужно начать новостью. Добро пожаловать в этот блокбастер. Главный короля с нашим участием. Ты что, нам теперь до самого Петербурга пешком идти, что ли? Были же кони возле корчмы. Чего они взять? Слухай, толстый, ты что, тоже ягод наелся, а? Как ты на ворованных конях будешь границу переходить, а? Это тебе. О, отлично. Что отлично? А то отлично, что они точно этой дорогой пошли, а? И судя по всему, были здесь совсем недавно. Правая лошадь хромает на левую ногу. Слухай, заткнись, Пуаро, а? Ну, ребята, побежали! 700 рублей. 1000. Вам бы лишь бы поржать. А тут, может, чувство настоящее. Чувство? Тогда напиши ей письмо. Ага, этот напишет. Он перо в руках держал, только когда поплавки для удочек делал. А ты, батя, можно подумать грамотный. Ладно, ладно, я напишу. Диктуй. А что диктовать? Ну, что любишь ее. Ага. Что думаешь о ней. Ага. Что жить без нее не можешь. Хорошо.